Ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Венера, Фуфил Шмерц, Фуфлик, Данил Энтифай, Дэн, Санек, ОлТВ, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Ребята, мы скачали просто гигантскую карту и решили на ней записать прятки. Я буду очень долго мучиться, но, как говорится, если долго мучиться, что-нибудь получится. Если пять, кушайте, приятного аппетита, а я начинаю всех искать и мочить. Погнали. Так, ну давайте будем по порядку. Так, да, я надеюсь, получается, что, как всегда, ОлТВ в туалетах сидит, да? Не-не-не! И в туалетах сидит, я слышу запах говна, ты тут где-то? Нет, я не в туалетах, я и тут? Ну ладно, тебя здесь нет. Так, давайте еще раз быстренько пробежимся, чтобы я ничего не пропустил. Карта просто гигантская, мне придется не сладко. Так, давайте здесь посмотрим, в воде никого нет. Вообще, сначала должен Венера найти. Ну я думаю, что найду тебя, потому что ты, когда чем дольше искал нычку, значит, я тебя быстрее всех найду. Да-да-да-да. Не-не-не-не. Так, тут туалет у нас тоже. Хорошо. Это все было просто. Продвигаемся тогда дальше. Так, здесь я был, здесь я был. А вот здесь я не был. Нифига себе, она запутанная. Боже, это что, мне так тяжело сегодня будет? Я люблю страдания. Качка, во-первых, найду тот лох. Согласен, полностью. Во-первых, найду тот лох, а кого последний найду тот красавчик. Так, значит, кто-то здесь ныкается. Ну ладно, я ошибся. Так, вот вонючее ведро летает здесь. Ой, фу. Я слышу запах Димы. О, Дима, все. Да блин! Отлично, ребята, отлично! А я слышу, собачачьей воняет, вонючей. Я нашел первого, ребята, отлично, просто великолепно. Я просто не успел спрятаться, я когда зашел, все. Скажешь. Ну все, теперь нас двое, теперь мне будет немножечко легче. Все в агенте, предметы в агенте. Так, здесь никого нету. О, молодец! Молодец, а где он ныкался? Дима, а я ведь, когда за предмет летал, я видел, где он спрятался. Молодец. Он, короче, подстройка какой-то был. Ну все, все. Так, ладно, выходим отсюда. Теперь я заблудился. Искал одних, а потерялся сам. Ну, а, подождите, подождите. Так, здесь я был. Здесь я был, тогда мы спускаемся ниже. Заблудился в трех калитках. Горячо. Помогите выйти. А, все, я выхожу. По-любому туда сраники сидят. Нет, я уже там все обыскал. Там тебя нету. Как ты узнал? А, ты там все-таки? Блин, карта запутана очень сильно, ребята. Это будет самые сложные, одни из самых сложных пряток. Дим, ты за бомба играешь? Да, 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 мне нравится за него играть. Я тебя видел. В смысле, ты меня видел? А я тебя видел такой. А, ты за предмет летал, я понял. Нет, я не летаю за предмет. Я нашел. Блин, дай мне кого-то найти, ну что ты всех мочишь, я тоже хочу. А ты нашел Фуфлика, тебе хватит, все. Да нет, я хочу убивать вас. Я поза гусянька, нет, сегодня, ты бы его нашел первым. Гусянек в отпуске, он устал. Ребята, один я не устаю для того, чтобы каждый день вас радовать классными роликами. Представляете, какой я молодец? А, ладно, давайте сюда полетим. Потому что я там реально заблудился. Красавчик. А тебе снимай, будут еще пройдут сейчас. Карта интерактивная, тут можно всякие штуковины нажимать. О, брат, пар пошел. Привет. Так. Я думаю, что здесь тоже кто-то запрятался. А не знаю почему. Никого. Мне кажется, тут кто-то есть. Нет, уходи. А у меня нет точно. Есть. Нет, нету. Есть. Я тебе правду говорю. Можешь ходить. Я тебе не верю, ты специально мне врешь. Я тебя не обманываю, честное слово. Ты меня дуришь? Нет. Да. Нету, нету. Где ты там ходишь, меня нету. Мочи ОлТВ. Даешь слово пацана? Даю слово пацана, я не вижу, я не слышу, не вижу, как он пердит, как он что-то делает. Так, а может здесь кто-то ныкается? Ну, давайте внимательно смотреть. Так, хорошо, здесь никого нету. Практически боже, поверил. Красавчик. А ну-ка, стопэ. А вот тут, блин, я бы там заныкался в трубах. О, сковородка вонючая летает. Друшлаг как. О, стой, давай вместе искать. Кто это? А, ну ладно, иди, я уже там был. Зря туда пошел, в той части карты уже никого вот нет. Вот такие у тебя союзники, Дим. Ничего, все нормально. Так, продвигаемся туда, в другую часть карты. А, может тут кто-то сидит? Хотя тоже, вот тут реально тоже была бы хорошая нычка. Ну да ладно, никто ее не использовал.
Так. Там же Санька нашли. А, да? Да. Да. Я не знаю, можно что-то говорить, я не знаю. Блин, я хожу по кругу, а карта реально большая. Надо как-то выдвигаться в другую часть. Давайте я взлечу, еще хотя посмотрю, где я. Ого, я был там, стал тут. Блин, да тут симулятор дверей каких-то. Как здесь искать кого-то? Что за фигня? Слышь, а это наши. А может тут? Блин, ну это было бы очевидно здесь сильно ныкаться. Сильно просто ныкаться. Очень просто. Как раз таки люди ныкаются в очевидных местах. Блин, два челика знаю где. Если их найдут, то мне ГГ. Я не знаю. Ну гранатку кинь хотя бы под ноги. Хорошая идея. Так я даю классные советы, ты меня не слушаешь. Да, классный совет. Если я кину под гранатку ногу, то кишки всех взлетятся. А потом тебе убирать все это. Блин, я не могу его найти. На самом деле очень сложная карта, запутанная. ЛТБ стрельни один раз. Вот тут я не был. А, был. Погоди, еще раз, я не услышал. Вы либо сдаетесь, либо ищите. Какой сдаемся? Ты хоть не говори такие слова вслух. Ты чего? Мне проще ядерку взорвать и всех убить, чем сдаться. Я не буду никогда сдаваться. Может, он здесь? Нет. А, бежит! Бежит! А куда? Зачем? С кем? Нет. Чья жопа? Есть, молодец! Блин, ребят, я тебя убью просто, ну, с того раза ты мне не понравился. Ну, ходи. А Венера на видном месте стоял. А, да? Он даже не возрождается. Да, ребята, карта мега запутанная. Но мы сможем. Правильно, пацаны, мы же сможем? Да. Нет. Кто редактор? А, кто нет? Быстро их найти надо. Я даже свои говорят нет. Опа-па, опа-па. Подожди, а если на балках тут может он сидеть, не? Не, я не на балках. Mm-hmm. Я не там на балках. Я не там, где ты думаешь. Я знаю, где ты бегаешь, я понял, ты где. Но я не... А я летаю, даже не бегаю. Я уже летаю и ищу вас. Может тут? Нет. Да ты в трубах вонючих. Да я не в трубах вонючих. А ну-ка, давайте сейчас проанализируем, смотрите. Вот я летаю. Где можно еще заныкаться? Здесь мы были. Здесь мы были. В таких местах он не может. Значит, где-то где балки, может, какие-то. Может, здесь? Ты стой. Так я кого найду, кого я найду. Да ну не меня, пожалуйста. Так, летим дальше. Подожди, а здесь? Пацаны, надо вас найти же как-то. Ой, я не знаю. Тут должен торговаться тогда уже. Что это? Дима, ты чё? Я тебя не убил? Нет, не убил, нормальное живое. Ты мне ничего не снял, кстати. А, не снял? Так не, я просто проверил. Дима, где-то. А я не знаю, я просто взрываю. Дима, ты в туалете взорвал? Стой. А может он здесь на балках? Не, его тут тоже нет. Блин, ребята, это очень сложно. Но возможно. Дима, а где ты бомбу взорвал? Ну, сейчас будем искать. Ой, Дима, не надо, я ведь близко. О, я обосрался. Что взорвалось? Не сработало, да, в этот раз опять? Не сработало, нет. Хорошо. Давайте лечим в другую часть. Ого, тут все в дыбу. Во, давайте здесь. Вот я с самого начала, помните, я думал, что он здесь ныкается? Давайте посмотрим, прав я был или нет. В сральник? Давайте, я с тобой смотрю. Вот, вот где-то вот этой части карты они где-то ныкаются. Ну-ка, отойдите все, отходите. Я здесь Венеры нашел. Я живой. Да блин, ты чё живой? Ну ты уже не должен быть живым. Так, вот смотрите, я взорвал здесь бомбу. Давай, вот! Вот, ребята, смотрите, вот здесь он по-любому здесь ныкается. 100 пудов. Это вот этот коридорчик, где он может сидеть. И я сейчас буду прав, смотрите. Или сейчас я убью Дэна. Или ОЛТВ, смотрите. Я живой. Да ну вы что, издеваетесь надо мной? Я же должен был убить. Так, хорошо. Так, вот, давайте здесь взорвем. Потому что здесь очень много налеплено всего. Мне кажется, здесь точно может кто-то из них сидеть. Так, подальше отходим, чтобы у меня жизни не отнимало. Я живой. Не? Да что ж я умираю каждые 5 секунд, а? Я умер уже больше, чем вы. Так, хорошо. Здесь их нету, здесь их нету. Вот здесь мы не... Вот эта часть карты мы еще не взрывали. Ну, бомба очень много жизни отнимает. Я знаю. Я не умер, я живой. Да вы что, издеваетесь? Где вы можете сидеть? Я не знаю, где Дэн сидит.
Да я понимаю, я не знаю вообще, где вы сидите. О, давайте здесь взорвем. За меня ты уже взрывал. Есть! Да вы за... вы друг друга убил. Да ё-моё, это я сам себя убил. Я убил. Ну блин, а. Я уже подавал подсказку. Дима, ты ведь помнишь подсказку ЛТБ? О, да! А так и... Блин, повезло, просто повезло. Да вы вдвоем выиграли, пацаны. Я осознаю, что вы выиграли вдвоем. Ну, ничья у вас будет. Нифига себе, как мы тебя там должны были найти? Где он за тряпкой вонючий тут какой-то сидел. Я понял. Его нереально, он в текстурах сидел, пацаны, его не было видно. Он молекула головы. Давайте я покажу. Ну давай, покажи теперь, где ты прятался, ЛТВ. Давай, ты поехали к себе. Сзади, вот смотри. Вот там вверху. А как мы тебе... Мы сюда никак не могли попасть. Выиграли те люди, которые использовали максимально читерские места, которые мы не могли бы никак туда добраться. Если понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Всем пока.